Друзья мои, всем доброго времени! Подписывайтесь на мой канал «Щепотка ням», чтобы не пропускать мои новые публикации. Сейчас я хочу вам рассказать, как можно очистить гранат, не прилагая особых усилий. Вот. Берем хороший гранат, чтобы он не был нигде испорченный. Вот. Нормальный, хороший гранат, вот, красный. И сейчас его нужно будет помыть. Гранат мы помыли. Что теперь делаем? Теперь нам нужно срезать вот эту вот верхнюю часть. И делать это мы будем вот так. Отрезали верхнюю часть. Далее мы видим, что у нас гранат разделен на несколько секций. Да? Вот одна секция, другая секция, третья. И тут есть также две секции. Вот здесь и вот здесь. Итак, берем, мы видим, что вот одна из секций. Одна и вторая. Потому что вот здесь вот есть такие беленькие перегородки. Именно по ним нужно брать фрукт и вот таким вот образом делать надрезы. Надрезы сильно глубоко не делать, слегка. Вот здесь, теперь вот здесь вот делаем вот таким вот образом. Далее секция у нас идет здесь. Тоже делаем небольшие надрезы. Так, вот так. Так. Далее вот здесь. Угу. Так, еще. Так. Вот здесь вот у нас идет перегородочка. Прям до самой вот этой вот нижней пипочки. И вот здесь. Вот таким вот образом. Ну, можем еще вот тут вот. То есть делаем их на секции. Далее вот тут вот немножко вот таким вот образом мы разделяем, помогаем делать долечки, да, чтобы они у нас потом разделились. Вот. И все. И все. Все, что нам нужно теперь, это просто его открыть. Открывается он у нас очень и очень легко. Смотрите, как отлично он у нас открывается. На разные секции, на какие хотите. Посмотрите. Вот эти секции у нас тоже могут открыться. Видите? Так, и тут тоже. И здесь у нас, видите, три секции тоже легко могут. Опа! Пожалуйста, посмотрите, какая полезная у нас красота получилась. Очень вкусный и полезный гранат. А еще не выкидывайте гранатовые корки, они тоже очень полезны. Можно по капелюшечке добавлять в чай. И тоже очень-очень полезны будут. Почитайте в интернете, очень много рецептов. Я уже не буду вдаваться в подробности. Всем добра, всем пока, мои дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал «Щепотка ням».